Соболев овраг или Октябрьский северный ручей – левый приток Москвы-реки. Общая протяженность русла немногим более 2 км. Не считая 300 метров возле устья, где ручей течет в открытом русле, полностью заключен в коллектор во время массовой застройки района в конце 1950-х, первой половине 1960-х годов. Свое название ручей получил благодаря местности, где он протекает, называвшейся раньше Соболевым овраг. А второе название возникло позже, после открытия в 1972 году станции метро «Октябрьское поле», расположенной недалеко от истоков ручья. Соболев овраг удивляет разнообразием форм коллектора. Здесь можно увидеть почти все возможные их типы – и круглые трубы, и просторные прямоугольные участки, и красивый куполообразный туннель, прозванный за свою форму колоколом. Пожалуй, в Соболевом овраге не встречается только коллекторы из кирпича и с обделкой из набрызг бетона. Встречаются подключки, из которых текут технические источные воды, не прошедшие очистку. Это, например, скорее всего, слив с автомойки. Можно встретить и разнообразные по сложности преодоления пересечения с другими городскими коммуникациями. Так, в месте, где Соболев овраг пересекает теплосеть, преодолеть этот участок можно только сильно согнувшись и передвигаясь на корточках, почти касаясь туловищем водной глади. Завершили мы нашу прогулку по Соболевому оврагу под звуки артиллерийского салюта, посвященного 23 февраля. Смотрите предыдущую серию из цикла «Подземные реки Москвы» и «Сталк по площадкам УНК», а также подписывайтесь на наш канал.